Здравствуйте, друзья! Сегодня снова будут марочки. Вот один такой вот красивенький альбомчик. Сегодня будет также очень много марок. Такой вот альбомчик. Здесь некоторые марочки есть. Некоторые уже без марочек. Конвертики есть. Это все можно приобрести у Михаила будет. Ссылка будет под видео. Вот такой вот шикарнейший альбомчик. И еще разные альбомчики с марками. И без марок. Вот такие вот. Есть какие-то такие одиночные, есть по коллекциям, по сериям. Разные альбомы. Так. Клещи даже на марках, ничего себе. Это обложка. Да, это походу пустой, как новенький, только пожелтел от старости. Так, большие и маленькие, разные есть. То есть вот так вот. Еще с десяток где-то альбомов разных. Вот это прикольный. Прикольно так сделано. Никогда такого еще не видел. Разделили на две полосы. Так он жестче будет держаться, то постоянно внутри это провисает. Полоса. Круто. Кто же это сделал? Не написано. Да, думаю, немцы, кто такое еще мог придумать. Здоровенные.
Грюнвальд. Так, еще три. И последний. Швейцария. Все, столько Швейцарии, ничего себе. Ну, мне кажется, здесь альбомы соответствуют. Вернее, марки соответствуют альбомам или альбомам маркам. То есть этот так подороже выглядит по сравнению с остальными. Ну, кроме первого, конечно. И марочки здесь тоже такие вот швейцарские. Все Швейцария. Там, где подешевле, там такие разноброс. Понятно, что тоже вот. Здесь он, наверное, не использовался еще ни разу. Как новенький. Ух ты. Это что такое? Тоже марочки, тоже Швейцария. Крутяк. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.